Приветствую, друзья! Пришла новая посылка, она большая, поэтому я решила тоже побывать в кадре и снять для вас обзорчик. Я ее уже распаковала, поскольку мне нужно было отчитаться перед продавцом. Вот я ее достаю. И это у нас, забыла сказать, она пришла 14 декабря, то есть это чуть больше месяца. Такая вот длинная фигнюшка, я думаю, где-то сантиметров 50, может быть, чуть больше. Это у нас, она запакована, причем, кстати, нет, не герметично, но довольно качественно, то есть она и не повредилась. Вот довольно... Видно и хорошо, даже не знаю, как распаковать-то. Так, тут у нас вроде как скотч. Нет, это не скотч. Так, понятно. Момент. Так. Вот так вот. Вот, да. Вот так ее распаковываем. Ой, какая она приятная на ощупь. Это у нас с вами бумага, на которой можно писать мелом. Здесь она, вот здесь блестит. Она заклеена скотчем. Я надеюсь, что его удастся оторвать, не повредив поверхность. Видите, какая она толстая. То есть ее довольно много здесь. Она на клейкой основе, то есть можно ее отрезать и приклеить туда, куда вам нужно. Я брала ее для кухни, для всяких каких-то баночек, чтобы подписать, что в этих баночках лежит, поскольку у нас все баночки однотипные, а писать прямо на баночке я не очень... хочу, ну, поскольку потом, если писать маркером, это все так и останется. И считай, баночка на выброс. Так, сейчас. Хочу все-таки открыть, чтобы показать. Да. Все снялось. Ну, немножко остался след от скотча, но не думаю, что это большая проблема. Алиска, мешается под ногами. Вот. Можете видеть, что сзади она вот так вот разлинована по клеточкам, то есть вы можете самостоятельно вырезать тот размер, который вам нужен. Очень тяжелый, хороший рулончик. Сейчас хочу попробовать, как клеится. Не так-то просто снять пленку. Ага, подцепила. О, кстати, очень хорошая клейкая поверхность. Вот, мне удалось отогнуть. И вот я чуть-чуть только касаюсь, она прилипает к пальцам. В общем, хорошо клеит, просто супер. Я вообще очень довольна. Довольна, что нашла ее именно на Алиэкспресс, что не пришлось ее покупать нашими российскими рублями, но уже не в рулоне, а в листах. И я вам скажу, что я смотрела... размеры этой штучки я оставлю под видео. И я смотрела в одном из видео тоже у мам-блогеров на YouTube, не припомню, кого именно. Там был обзор на уже наклейки, такие вот с покрытием, на которых можно писать мелом. И, насколько я помню, заказывалось это в каком-то российском магазине, который, причем, в одностороннем порядке, то есть это интернет-магазин, ты не можешь посмотреть на то, что ты купишь. Можно заказать по каталогу, тебе это вышлют, и ты это оплачиваешь. Вот. И там были такие цены, по-моему, что 10 листов почти 300 рублей. Но, естественно, листы, они небольшого размера, может быть, формата А4 тоже. Если найду
этот магазин, я ссылку оставлю. Я сначала хотела там заказывать, но потом увидела на Алиэкспресс гораздо больше здесь листов выйдет, я вам скажу, и наклеек будет, не знаю, раз в 10 или 20 больше. И вышло примерно за те же деньги, что там можно было купить 10 листов. В общем, я очень довольна. Давайте попробуем что-нибудь написать и посмотрим, как стирается. Я взяла нейлон вот такой вот, как был в школе. И давайте что-нибудь напишем. Сейчас я вам поближе сделаю. О, нормально пишется, прям вообще очень хорошо. Ну, естественно, я, если бы развернула бумагу, да, то у меня бы лучше получалось. Ну, и так, в принципе, прикольно. А теперь давайте все это попробуем стереть. Ну, если просто вот пальцем провести, то оно, конечно, стирается, оно становится таким мутным, с разводами, но... не стирается. И давайте попробуем чем-нибудь мокреньким. У меня нету, к сожалению, тряпочки. Вот так вот, мокрыми пальцами. И, как вы видите, все стерлось. Ни единого следа не осталось. Ну, небольшие разводы, но если еще раз протереть, то будет нормально. Вот, в общем-то, я этой штукой очень довольна, я очень довольна, что мне удалось ее отхватить. И я даже не знаю, я очень довольна, что она и клеится хорошо, очень хорошо скрепляется в поверхности. И можно написать и смыть несколько раз, даже много раз, поскольку это не бумага все-таки, это некая такая пленка матовая. Вот. Даже не знаю, что. Просто вообще изумительная вещь, и разметка есть, и по цене хорошо получилось. Это еще была скидка на 11-11. И что еще? И большой объем. И если с ценой сравнить, где я смотрела аналогичное, то там получается в гораздо меньшем объеме, примерно за ту же цену. В общем, не знаю, я очень рада, что продавец отнесся хорошо к своим покупателям и не подложил свинью, что это действительно достойная вещь. И эту вещь могу рекомендовать. Вот с этим мне повезло. Просто безумно. Вот, в общем-то, приобретением довольна, так что ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, оставляйте комментарии. И пока-пока, до новых видео.